Привет, дружочки-пирожечки. У меня сегодня вот такая карабень полная сюрпризов. Сюрприз сейчас красивенько сделаем. Полная сюрпризов. И первый сюрприз, что я не могу красивенько сделать. Давайте сделаем красивенько. Красивенько, полно и вкусно и полезно. И красивенько будет. Сейчас, подождите, сейчас будет красивенько. Пожалуйста. Красивенько, смотрите, какая красота у меня тут. О, какая. Это что это такое? А это Hot Wheels сюрпризы. Hot Wheels сюрпризы ждут нас. Сегодня распаковываем вот такой вот Kids Box. Едим, наслаждаемся, смотрим сюрпризы, смотрим Hot Wheels. И вот это вот все. Лайк обязательно поставьте, потому что, ну как без лайка, когда лайк поставить нужно. А мы начинаем распаковку. Посмотрим, какие машинки выпадут. Сегодня смотрим на машинки. Вот такие вот. Это куча и сюрприз. Ладно, погнали. Итак, что это такое? Hot Wheels. Да, это Hot Wheels и это Kids Box. Что она себе представляет? Яйцо-сюрприз с разделителем. Оп, открываем. И сейчас, подождите, это... Задача, я еще просто не съел полезные вкусности. Вот в этой половинке полезные вкусности. Ну вот они. Опа! Так, открыл как-то неудачно. Вот так. И это у нас молочный и... Ну, типа такая молочная и шоколадная паста. И печеньки. В этой стороне у нас должна быть игрушка и ложка. И мы открываем. И... Видим тут действительно игрушку, видим тут действительно ложку. Ну, начнем с перекуса. Как же не начать с перекуса? Вот так берем и... Эти вкусняшки. Меня любят все. И люблю я. У меня их будет много-много. Сейчас поем еще. А теперь давайте перейдем к игрушенции. Что же за Hot Wheels такая? Здесь у нас в коробочке. Так, мне нужно что? Мне нужен инструмент. Инструмент. Вот он, пожалуйста. Инструмент. И мы инструментом, воспользовавшись инструментом. Как-то он у меня затупился уже, инструмент. Достаем первую машинку. И там машинка. Да? Машинка Hot Wheels. Которая, по идее, вот так вот крепится. Она у нас, то есть, не катается, да? Ага, у нас просто машинка вот такая, типа на колесиках. Но она сборная, у нас устанавливается, сейчас посмотрим. У нас устанавливается, а что, а куда, а непонятно, если честно. А это устанавливается сюда, вот так вот, устанавливается. А это куда устанавливается? А и это я не могу понять, куда устанавливается. Ну, куда-то устанавливается определенно. Это надо установить внутрь, это же стекло. У нас, кстати, тут есть наклейки, нет ли тут наклейки для стекла? Скорее всего, есть. Но мы поставим, сейчас соберем так, вот эту машинку, поскольку у нас много тут. Первую соберем вот так, машинку. Давайте сейчас я достану все машинки вначале, которые есть. Вот такая вот микро-маленькая машинка, малюсенькая, мусипусенькая, и куча наклеек, чтобы сделать ее красотой. Тулечкой. А давайте вот первую наклеим сейчас. Во, вот такая вот машинка, слушайте, симпатичная появляется такая машинка. Слушайте, знаете, что решил попробовать? У меня же их тут будет много. Попробовать сделать ее все-таки, чтобы она была на ходу. Не знаю, так не задумано, скорее всего, но я сейчас сделаю. У меня есть вот такая история. И я такой беру. Чик. И вот так вот. Чик. Тут нет утончения. Знаете, бывают тонкие такие штучки. Сейчас я сделаю. Ребята, я все сделал. Почему-то тут не придумали, что это нужно убрать, потому что это никак ни на что не влияет. А машинка получается настоящая. Микромашинка Hot Wheels на ходу. Колесики крутятся, держатся. И машинка ездит довольно здорово. Слушайте, ну вот это уже класс, вот это уже... Нужны только будут кусачки или ножнички какие-нибудь, которыми можно вот так вот сделать. Обклеили машинку. Давайте сейчас я соберу. Откроем и сейчас достанем. Всего их ничего. Здесь всего их сколько? 6, да? 5 штучек. 5 штучек. Сейчас мы их будем искать. Давайте я справа, слева буду брать, чтобы не с одной палеты, чтобы было
ну, у меня больше шансов, потому что мало ли, может, они на одну так положили, а там все машинки будут, повторочки какие-то. Нет, 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 нет. Я вот выбираю всегда, я выбираю с разных, если я хочу коллекцию. Так, оба. Так, вкусняшки я откладываю, мы уже видели, что это. А вот машинки сейчас будем собирать. Так, эта машинка какая? Это новая? Или это такая же? Нет, это, по-моему, другая машинка. Это другая. Ну, по-другому, кстати, да, вот, ну, без каких-то этих колеса не отсоединить. Но видите, колеса абсолютно могут. То есть, может быть, так как-то все-таки можно. Но нет, у меня. Это типа на общей раме. Я не знаю даже, зачем это так сделано. Но абсолютно подвижная будет маленькая тачка. Ого! Вот такая машинка. Так. Я сразу буду ставить стекло. Давайте, чтобы какое-то у нас было. Вот стекла там можно тоже наклеивать, но это уже лишнее. Это уже лишнее, я как считаю. Так считаю. Я так считаю. Вы как считаете? А я вот так считаю. Нет, это вряд ли вот так. Это как-то вот так, наверное, сюда, да? Ставится. Куда это ставится? Что? Машинка? Как ты? Как ты? А, это ставится. А как? А что? А, вот так, все, я понял. Во, вот так вот. У нас такой бампер получается. И вот это вот у нас будет такая тачка. Так, я еще пока вот так вот соберу. Это вот сюда. Здесь не очень, очень странная конструкция. Ну, вот такая вот машинка. Вот такая машинка у нас здесь получается. Сейчас наклею. Я наклею все их, по крайней мере, коллекцию наклею. И колеса им сделаю тоже. Пока откладываем. Переходим к следующему, давайте. А я опять с этой стороны взял. Значит, два раза потом стой. Две машинки из пяти у нас есть. Осталось найти еще три. В каждой вкусняшка и в каждой машинка. Так, это у нас... Это повторочка. Это повторочка. Повторочку откладываю. Задача найти как можно больше разных. А повторочки откладываем. Так, я сейчас немножечко здесь порядок наведу. Порядок наведи, Сафронов, приди, порядок наведи. Так, так. Ребята, вы пока вжарьте лайк. Во-первых, за лайфхак с машинками, чтобы вы знали, как находить те самые. Так, это что у нас? Это у нас опять повторочка. Взял оттуда и опять повторочка. Ложка в сторону, она нам не пригодится. Вкусняшку в сторону, она мне пригодится. Берем еще одну. Еще одну. Давайте, уже что-то повторки две. Мне надо... Здесь у нас машинка, да? Какая-то другая. Нет, опять желтая машинка. Да что ж такое? А может они... Нет, желтых всего две. Значит, точно повторка. Опять желтые машинки. Прекратите. Прекратите меня... нападать на меня, желтые машинки. Мне нужен какой-то бамблби. У меня тут попытается появиться. Но мы сейчас добьемся. Добьемся новых каких-нибудь. Вот сейчас здесь 100% будет... Так, здесь опять желтая машинка. Я вас понял. Я понял. Давайте опять отсюда возьмем. Может быть, поэтому так много мне. Потому что там под конец будут... распаковка. Распаковка. Давайте под конец. Может... О, зеленая машинка. Отлично. Отле. Отле. Отличненько. Зеленая машинка. Уже три машинки из пяти. Осталось еще две найти. Две красные. Две красные. Зеленая машинка. Сейчас мы ее соберем. Она собирается, да? А, просто. Нет, вот не просто. Рама ставится. Так, вот как здесь это делается. Здесь устанавливается это сюда. Колеса устанавливаются сюда. Давайте так пока поставлю, просто чтобы вы видели. И вот такая машинка. Ну, сейчас по красоте все сделаем. Так, еще две машинки и коллекцию хочется собрать. Нет, они мне на самом деле нравятся. Маленький яйцек, но если вот эту вот тему сделать с колесами, то вполне себе норм получается. Вполне себе мило. Так, еще одна зеленая. Нужно красные. Нужно красные найти. Зеленые, это, конечно, все прекрасно и замечательно, но не настолько, насколько бы мне хотелось. Так, подождите, а может быть они там как-то по очереди? Ну ладно, у меня тут осталось уже всего ничего. Будем распаковывать до конца. Ох. Их. Понятное дело, что здесь настоящую Hot Wheels машинку прям, ну, невозможно получить ни по стоимости, ни по концепции. То есть это как бы странно, да, ожидать такого. Но даже то, что мы имеем, это все равно неплохо. Так, еще одна желтая. Да что ж такое? У меня тут какой-то этот автопарк из желтых машинок. Что мне с ними делать?
Ладно, Ванька раздарит в школе друганам. Наверное, красная есть, красная машинка есть, есть, есть. Одна, и нужна последняя для всей коллекции Hot Wheels машинок из этих. Мне нравится. Когда брелочки там или что-то еще, я такой, ну брелочки, ну вот это, ага, ох, тут еще, видите, о, здесь сразу эти стоят штуки, что-то как-то, да? А, нет, вставим, вставляем, смотрите, вот тут так можно сделать, да? Так, где у нас что от нее? От нее у нас где что? Вот это сюда, по всей видимости, вот это сюда, по всей видимости. А вот даже с черепом. Hot Rod, или как он там называется, эта тачка. Ничего себе. И я ее обклею, и она будет классная. Смотрите, тут с черепом. Вообще прикольно. Так, сейчас я ее это и модернизирую. Я про тачку на прокачку. Короче, буду сейчас прокачивать. Ребята, прокачка... О, я так назову ролик. Прокачка машин Hot Wheels. Прокачка машин Hot Wheels. Ить! Давай, открывайся. Ну вот, то ли я что-то разучился, то ли они стали скрепляться сильнее. Так, красная, красная такая же? Нет, по-моему, все, собрали коллекцию, да? По-моему, собрали коллекцию. Да, сейчас буду прокачивать машинки и уже показывать вам готовый результат. Да, есть. О, это из себя прям совсем все просто, да? А, нужно что? А куда это поставить? Что-то я не понял. Я что-то не соображу. Подождите. А куда это ставить? А, это вперед куда-то. А куда? А как? А, вот, вот так. Ничего себе. Тут в пазы надо поставить. Во! Вот такая скоростная тачка. И наклейки. Все, я сейчас их прокачиваю. И сейчас вы увидите. И... В общем, вот такой вот у меня получился автопарк. Это очень неплохо в итоге, что можно получить из яиц сюрприз. С учетом, конечно, вот с этим вот, я считаю, технической недоработкой с этими яйцами. Ой, этими, с этими палками, вот они у меня везде, они не так уж просто отсоединялись. Но так вот мы получаем, и то нужно где-то еще, видите, вот подрезать вот здесь. Потому что крутится, но не до конца, надо прям ровненько. А так вот мы получаем машинки, которые крутятся, крутятся колесики. Колесики здесь прям отлично, здесь отлично. Гоняют маленькие машинки Hot Wheels, все разного вида, разных цветов и разных, с разными вот этими допами. В общем, это из вот таких яиц сюрприз, одни из самых прикольных игрушек. Мы получаем действительно маленькую машинку из яйца сюрприз, и которая при доработке напильником, ну а именно кусачками, будет отлично ездить. Так что на этом я считаю, что можно заканчивать. Ставим большой палец вверх. Я не знаю, давайте какую-нибудь превьюшечку сделаем, типа, еще, может быть, такую надо сделать превьюшечку, может быть, такую, я даже не знаю, давайте сделаем вместе с вами. В общем, Kids Box Hot Wheels, настоящие машинки из Hot Wheels, по-моему, прикольно. Или вот это красивое, которое самое первое выпало, или вот это даже, может быть, я не знаю, какая лучше. Одна лучше другой. Тачки прям отличные. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Хорошую серию нашли, я считаю. Я пошел, у меня много вкусняшек есть. Пока-пока.